ну, еще фотографии, буду говорить. 15-й каталог долгожданный, потому что буквально через неделю 22 модели из большой, огромной коллекции Алены Ахмадулиной, и эта коллекция называется «Жар-птица», все, что касается красивых деловых платьев на каждый день, блузки, футболки, и даже есть костюм, и даже есть платье, все, что только может себе позволить современная женщина, и эти 22 модели могут вам помочь выбрать и составить новый свой образ. Обратите внимание на маленькие значки. И если есть там значок, что это спущенный рукав, то размер нужно брать поменьше, потому что они такие широконькие. То есть вот таким образом, начиная с коллекции Алены Ахмадулиной, мы постепенно научаемся через каталог с нашими клиентами разговаривать о подборе. И что интересно, мы только-только учимся подбирать, быть модельерами, быть стилистами. И не рассчитывайте на то, чтобы всем и все понравится. Мода. Это то, что меняется очень быстро, и она может нравиться или не нравиться, но она есть, друзья. И 15-й каталог отличается тем, что кроме моделей деловой же для повседневной носки Алены Ахмадулиной, ну и для вечернего, конечно, и для вечерних приемов, есть еще 16 моделей для женщин в конце каталога именно на зимний холодный период. И есть возможность еще примерить, есть возможность подобрать свои спортивный стиль, деловой стиль. В общем, смотрите, примеряйте. Но что интересно, обратите внимание, что женские модели очень близко и по цвету, и по текстуре сочетаются с 13 моделями девочками и очень здорово дополняют модели мальчишек. Не вставила вам сюда. Сейчас отвечу, Лена, на твой вопрос. Не вставила сюда фотографии тех курток мальчишек, которые меряют мужчины. Еще раз делаю акцент, что хрупкие мужчины маленького ростика с маленькими плечами точно могут одеваться в куртки, джемпера, штаны именно моделей для мальчиков, потому что это до 170 рост. Когда вопрос из далекого города Губкинского, когда можно будет заказывать по VIP-привилегиям новую коллекцию, отвечу скоро. Не могу сказать, что завтра. Давайте будем смотреть. Каждый день VIP-консультанты сидят на низком старте и очень ждут, когда они смогут себе это заказывать. Но только у VIP-консультантов есть возможность за 2 недели до начала заказывать. Ну вот 2 дня... прошло, а мы пока не заказали. Но то, что, Елена, ты сможешь, что-то уже пробивалось, ну, конечно, не все, друзья мои. Она, коллекция прибивает постепенно. Вы же понимаете, что она отшивается не на одном заводе пока, не на одном месте, она идет из разных мест и потихонечку подходит. Поэтому наберитесь терпения, но за 3 дня до начала нового периода точно сможете VIP-консультанты. Напишите, кто из вас уже VIP-консультанты, кто обладает этой привилегией за 3 дня до начала каталога, поставьте букву «Я», что вы будете обладателями любой из этих моделей. Но что интересно, что именно к спортивному стилю подготовлены и новые аксессуары, и новые украшения из натуральных камней. Это сейчас очень модно и очень современно, и вы можете быть на пике моды. Ну, а то, что среди водолазок, которые зарекомендовали в прошлом году себя отличнейшим качеством, отличнейшей ноской, появилось 2 новых цвета, и они самые современные в этом сезоне. Если вы следите за модой, если вы следите за новыми трендами, то, пожалуйста, можете посмотреть, какие цвета наиболее актуальны этой осенью 2016 года, и вы будете приятно удивлены, что именно здесь вы оказываетесь на пике моды, потому как у каждой женщины в своем гардеробе минимум 3 разных водолазки должны быть разных цветов, и это будет всегда новый гардероб
с одним жакетом или с одним пиджаком. Говорите об этом новым своим подругам и друзьям. Ну, а если вы хотите себя по-настоящему побаловать, обратите внимание на три новые коллекции нижнего белья от Faberlic. Это на разный вкус, на разный стиль, на разную фигуру. И самое главное, элегантные женщины 95-го размера F тоже могут себе найти достойные модели, заказав, померив их бесплатно. И если вдруг не получилось, отправить обратно. Ну а то, что Faberlic реально предлагает экономить на педикюре, на маникюре, на профессиональном восстановлении волос, это однозначно. Обратите внимание на новинки серии «Эксперт». И пусть жидкое лезвие второй раз вы видите в каталоге, и новинкой у нас считается тот продукт, который три раза повторяется, ну, как новинка. Жидкое лезвие очень профессионально используют наши педикюристы, те, кто делают в домашних условиях, делают педикюр, те, кто, вот видите, жидкое лезвие уже, прямо пишите, если вы пробовали, то помогайте друг другу, в чем супер, обязательно напишите это отзыв. И я их не случайно, эти две новинки, вставила, потому что самые лучшие в восторге о серии по восстановлению волос и вот как раз о жидком лезвии, это то, что можно заменить на сегодняшний день поход в салоны однозначно. Будь то для маникюра, будь то для педикюра и точно так же восстановление, профессиональное восстановление после лета наших волос или структуры волос. И классный будет просто подарок или презент, перчатки для рук на основе кокосового масла. Это будет вот как раз то, что заменяет, знаете, как экспресс. Это вот когда нет возможности долго делать. И такие же носочки есть и для ног, но и вот сейчас для рук. Внимание! Посчитайте выгоду, потому что если два средства берете вместе, то не только это новинка, но еще и это акция. И поэтому не пропустите эту страницу каталога, обратите на нее особое внимание. Ну, а я перехожу к тем, кому случилось 35. В 25 кожа начинает быть сильно зрелой. В 35 она становится сильно зрелой. Но если в 45 вы не проводите хотя бы 3, а я говорю 4 курса за год омоложения, и вот такие курсы наши специалисты, наши эксперты рекомендуют все-таки активными средствами. Не просто вот теми кремами, которые есть, а под крем добавлять сыворотки. И вот такие вот сыворотки, это как ваши походы в салоны к косметологу. Обратите внимание, что на отдельной странице заявлен мезороллер. И он создан не случайно в нашем ассортименте, потому что любая сыворотка гораздо эффективнее вместе с мезороллером. И если мезороллер вы приобретаете один раз, внимание, он только индивидуальный. Если вы хотите им работать как мастер-класс, у вас должны быть средства для обработки мезороллера, но все-таки он больше индивидуальный. А вот сыворотки можете разные покупать, разными курсами, но не меньше, чем 6 раз, но не больше, чем 10 раз. И в общем, обратите внимание на это. Ну, обучение мы еще проведем, поэтому я надеюсь, что в ближайший вторник мы с вами об этом поговорим, именно об омоложении. Потому что у нас в каталоге заявлено целых серьезных 3 новинки. И если это в серии «Эксперт», то вторая новинка – новые кремы на старом патенте. А этот патент был именно в компании Faberlic. И это была вытяжка из растений гардерика. Эти стволовые клетки заставляют делиться наши клетки кожи как молодые.
И вот сейчас создан новый состав крема для очень сухой кожи. Вот она настолько сохнет. Это для тех, кто работает в закрытых помещениях. Это для тех, у кого нет привычки все время выпивать по 1,5-2 литра в день. И кто страдает просто от того, что у него иссушена кожа. Для таких женщин, для таких мужчин существует новый крем. Гардерика для очень сухой кожи. И не пропустите, я рекомендую обязательно попробовать две новинки, и я прямо здесь вот их выделила. Это гелевая маска, два в одном серии Пролексир, и она больше к профессиональной маске, я бы сказала. Вот попробуйте ее, пожалуйста, и, конечно, безупречные маски патч вокруг глаз. 15, 20, 30 минут, вы даже можете ходить с ними, вот в эту область накладывайте, они разовые, и посмотрите сами результат. Как это наилучшим образом увидеть? Проведите на себе эксперимент. На один глаз сделайте, на другой раз глаз не сделайте. Вы увидите разницу. В будущем вы будете делать сразу на два глаза. Посмотрите, проведите такой эксперимент со своей подругой, если она вдруг не верит, что маски патч для век результативны. Ну что ж, и с радостью сообщаю, что у нас появились средства для любого возраста. И они созданы для того, чтобы дать влагу, максимальное количество влаги нашей коже. И как биолог по образованию, я бы сделала вам главный акцент. Если кожа не увлажнена, любые омолаживающие средства, о которых я только что говорила, не действуют. И поэтому, если вы готовы сразу сделать комплекс для даже женщины после 40 лет, то пускай крем для век, пускай будет мицеллярный гель из серии Аквасмарт, а вот кремы дневной и ночной вот в серии Гардерики. Любые наши средства можно между собой делать в комплекс. И для этого учитывать и понимать, какие особенности есть у кожи в данный момент времени. И учитывайте, пожалуйста, это. Переходим к новинкам декоративной косметики. Очень здорово, что мы понимаем в компании Фаберлик, что золото всегда в цене. И золотая серия начала свой триумфальное вознаграждение именно в серии «Секретная история», «Секреты» нашей золотой серии в каталоге 14. И вот в 15-м каталоге выходит удивительная пудра. И вы знаете, любое средство из серии «Секрет» в золотой упаковке – это шедевр. С одной стороны, это декоративная косметика, с другой стороны, ухаживающая. Вот это то, что требует современная косметика декоративная. Это не просто тональный крем, это ухаживающий крем. Это не просто пудра, а пудра с гиалуроновой кислотой. Это не просто помада, а это помада с бальзамом восстанавливающим. В общем, любая модница, которая выбирает косметику очень дорогую, будет крайне удивлена таким понятным, доступным ценам в нашем каталоге. И я вас с этим поздравляю. Вы всегда себе будете приобретать косметику декоративную люкс делюкс. Ну, а если вы намерены профессиональный подход себе обеспечить, ну, или подругам, то очень рекомендую приобрести новинку палетту. Она уникальна тем, что, во-первых, она очень удобная в применении, прекрасно ложится даже в маленькую косметичку, но интересно в том, что на обратной стороне этой палетты, прямо, знаете, шаг за шагом нарисовано лицо, и можно будет видеть, куда накладывать румяна, куда накладывать бронзат, куда накладывать хайлайтер. И тогда вам не нужно будет с собой в косметичке носить три средства, возить три средства. Это отличная экономия для путешественников, места и денег и времени. Ну и самое главное, что это будет всегда профессиональный подход, всегда и изумительная, ну, цвет лица, коррекция лица. И если даже вы не профессионал, то знайте, что, используя эту палетту, вы уже будете отличаться от всех своих подруг цветом. Ну, а если говорить о новинках ароматов,
то нельзя не пропустить шикарнейший аромат, глубокий, очень богатый и очень необычный древесно-пудровый аромат Атама Фонтен. И я специально вам напомнила о том, что в 14-м каталоге до начала продаж нового парфюма действует акция. Любой консультант, если приобретет два, платит за два, то получает три парфюма. В чем прелесть этой акции? До конца каталога осталось 5 дней. Заказывая таким образом вот эти два парфюма, вы получаете бесплатно для себя тестер парфюма. И вам не надо будет покупать какой-то пробник. Я вас уверяю, что на этот очень тонкий, очень изящный аромат всегда найдутся покупатели. Но обращаю ваше внимание на три особенности. Во-первых, этот аромат нишевый. Он подходит не всем. И я его тестировала в течение вот этих 2 недель. Его не выбирают женщины, которые мало читают, которые, знаете, не выбирают женщины, которые такие хохотушки, которым, вы знаете, надо все легко. Это женщины глубокого смысла. Это женщины, выбирают, у которых большой-большой духовный мир. Этого аромата нужна капелька. Этот аромат не терпит, когда им вот так обливаются. Его нужно чуть-чуть под волосы, на волосы, область декольте и область паха. Все, 3-4 места чуть-чуть, и вы богиня. Знаете, что это на самом деле звездный аромат, и он вам поможет отличаться от других женщин, потому что его будет трудно угадать на разных женщинах. Вот такое у него предназначение. Ну, а если вы все-таки любите Мелоди, которая год назад победила во всех номинациях, то предлагаю вам приобрести по очень хорошей цене гель парфюмированный. И наши гели интересны тем, что можно им и как использовать и как шампунь, и как гель. И это продолжение вашего любимого аромата. Ну а для мужчин, напомните мне, пожалуйста, женщина-парфюмер создала новый аромат Cruiser Extreme. Это, конечно, ну, на мой взгляд, взрыв. Вот это для самых экспрессивных молодых ребят и мужчин, у которых, знаете, душа молодая. Вот я таких мужчин встречала, которые, несмотря на возраст, он оденет, шарф наденет, какие-то брюки необычные. И вот для таких мужчин предложите попробовать этот аромат. И знаете, Дельфин Любе, спасибо. Людочка, спасибо. Я вот Любе помню, а всех парфюмеров, которые трудятся, 22 парфюмера работают с нами, с нашими ароматами. Ну, конечно, Дельфин Любе создала, ну, на мой взгляд, знаете как, это круче, чем альтернатив. Ну, посмотрите его, попробуйте и знаете как, попробуйте его на разных возрастах мужчин. Обязательно приобретите, потому что цена приятная, и это будет, конечно, взрыв среди мужской парфюмерии. Это я вам точно гарантирую, как специалист по ароматам. Фаберлик в 15-м каталоге не забыл малышей. И вы знаете, это очень здорово, потому что на создание детской коллекции уходит 5 лет. Друзья мои, вы должны это знать. Ровно в 15... Да, Людочка, спасибо, что ты делаешь акцент, что в 14-м каталоге он дешевле. Да, спасибо, Людмила. Детки наши, несмотря на то, что не часто появляются новинки, потому что их очень трудно тестировать, во-вторых, подобрать ингредиенты, потому что они все-таки у нас 90, давайте так, 5% это натуральные продукты, и нужно сделать так, чтобы они были доступны по цене для родителей. Но все дети, которые начинают пользоваться детской косметикой, все родители рады и счастливы, потому что
Запах, цвет, качество, ну, просто безупречное. Я не встречала ни одного родителя, кто начал пользоваться, чтобы сказал, что-то я перейду на другую серию. Безупречная серия детская для наших детей. Ну, а если вы не хотите расставаться с летом, то сделайте акценты на смородину, на конфитюр вишневый, на шоколад с мятой. Это, конечно, то, что позволяет нам, так как мы выпускаем сами свою продукцию на собственном заводе, а, держать цены очень приличные, б, радовать людей настоящими фруктовыми, такими настоящими шедеврами, парфюмированными. И обратите внимание, что в канун Нового года уже за 4 каталога очень приятные цены, и это говорит о том, что начинайте откладывать и говорить людям своим, давайте готовиться к Новому году. Буквально один раз сходите на шашлыки, и уже опять Новый год. И потом начинается гонка. И если вы будете приучать постепенно пользоваться вот этими предложениями текущего каталога, то к Новому году не будет никакого ажиотажа, и самое главное, что подарки будут готовы, и как это, готовь сани летом, ну что-то такое, помните, ну, в общем, готовьтесь заранее. Ну что ж, я постаралась за 25 минут уложиться, и пусть не все новинки сделала акценты, но, по крайней мере, я обратила ваше внимание на то, что заслуживает, на мой взгляд, особого внимания в каталоге номер 15. Какие мы, давайте сделаем с вами выводы. Друзья мои, любые вообще ваши друзья, ваши клиенты постоянные или новые клиенты всегда радуются новинкам. Всегда начинайте презентацию с каталога именно с новинок. Пробуйте самые новинки. Вам никогда не получится купить все новинки. Это невозможно такое количество покупать, потому что в 15-м каталоге их гораздо больше, чем в 14-м. И из присутствующих людей я знаю только одного, кто посчитал все новинки. Все новинки, если вы сейчас, вот как раз Марина Пономарева из города Долматова, именно она единственный консультант в моей большой структуре, имеет привычку считать все. И вот если вы сейчас, Марина, молчи, если вы сейчас угадаете то количество новинок, которые в 15-м каталоге, я вышлю вам 100 рублей на ваш сотовый телефон. Итак, поехали. Первая попытка. Молчит Марина и молчит Татьяна из города Катайска. Таня, ну так нечестно, нет, Мясникова нет, не считается. Да, потому что Татьяна присутствовала. Нет, друзья мои, неправда, неправда. Посмотрите выше. Посмотрите выше. И Марина из Долматова, пожалуйста, Марина Пономарева, напиши количество новинок, которые. Да, Марина, она ошиблась. Истинное никто не отгадал, потому что этого количества новинок не было никогда. Что я всегда предлагаю считать? Во-первых, все размерные ряды. Да, действительно, 754 новинки в новом каталоге, который начнет действовать. Если мы посчитаем все 22 модели, все 16 женских, все 14 детских, 11, в общем, все, что, вот если вы посчитаете все размерные ряды, все колготки, я еще не говорила о колготках, все тени, все помады, их получится 754. Да, а вот в 14-м у нас в каталоге, извините, всего 460 новинок. На 300 новинок больше в 15-м каталоге. И поэтому, друзья мои, осень – это всегда то, что следует использовать для привлечения новых консультантов. И если вы грамотно завершите под эти последние 5 дней, если вы пригласите своих друзей, своих знакомых, своих подруг вместе вот пользоваться в такой же скидкой, как и вы, то
то вы знаете, они получат в 15-м каталоге не только, в 14-м уже подарок получить, но они будут решать в 14-м, 15-м. Евгения Вильцман, к сожалению, я вам не могу гарантировать, что будет к Новому году. Чаще всего, всегда осенью самое большое количество новинок. Это на протяжении последних 5 лет в компании Faberlic это есть. Я каждый год фиксирую, что осенью самое большое количество новинок, и это 15-й и 16-й каталог. Ну, чаще всего так, да. И Марина Пономарева такое сделала. Она на обложке каталога пишет это количество новинок. Марин, еще раз напиши, потому что Марина посчитала. Удивите всех. Вот понимаете, вот если вы считаете новинки, если вы говорите количество новинок, люди про... Они говорят, да ну, не может быть. А на самом деле так, потому что у нас, если, да, к Новому году будет круче, посмотрим как, друзья мои, ну давайте будем жить сегодняшним днем. Вот если сейчас 460 новинок, то ровно через 5 дней наступит 756, по-моему. Да, 754, 754 новинки. Вы можете сами проверить, можете пересчитать, в каком разделе что, но если вы сейчас... Сделайте все возможное, чтобы в 14-м каталоге к вам присоединились ваши друзья, знакомые и коллеги, то вы выигрываете три раза. Первое. Присоединяя 12, подключая к себе команду 12 человек, вы гарантируете, что, во-первых, они воспользуются всеми новинками 15-го каталога и получат платок и помаду от Алены Ахмадулиной, или успеют вот сейчас вот эти прекрасные два набора, вот такой набор для ванной для своего дома получить. Это первое. Во-вторых, вы получаете, если подключаете 12 человек, изумительный столовый набор. Но и самое главное, это даст вас возможность получать дополнительный доход от построения своей структуры. Как это сделать, обращайтесь к своим наставникам. Ну а я вам желаю нескучных выходных. Спасибо вам за комплимент, Людмила Архипова. Мне всегда приятно, когда вы очень серьезно относитесь к тому, что уметь презентовать каталог – это искусство. И начинайте всегда с новинок. Я желаю вам баловать себя новинками, всегда экономить и максимально использовать ту ситуацию, которую создает нам Faberlic. Друзья мои, наше время пришло. Всего доброго, до свидания. И завтра утром вы можете смотреть эту презентацию у меня на YouTube. Скачивайте в моем канале, подписывайтесь на новинки моего канала и будьте всегда на острие всех новинок. Всего доброго и спокойной ночи.